Как вы знаете, блюдо само по себе не станет вкусным. Конечно, с голодухи все сойдет, но есть вещи, которые подчеркивают еду, создавая вкусовые нюансы. Вот, как приготовить горчицу французскую. Французская горчица отличается от нашей привычной тем, что в ней находятся непосредственно сами семена в целом виде. Они могут быть разных цветов и оттенков. Темные семена у нас, как правило, перерабатывают для горчичников. Во Франции же их едят. Французская горчица менее острая, чем наша. Поэтому, кто любит поострее, может смешивать эти оба вида. Получается еще лучше. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. Для приготовления французской горчицы нам понадобятся горчичные семена. Они могут быть светлые и темные. Можно использовать оба варианта. Так даже красивей. У меня оказались светлые зернышки. Их нужно промыть и замочить в уксусе. Оставляем семена в таком виде в холодильнике на пару дней. Через 2 дня вытаскиваем зерна из холодильника. Ставим на плиту кастрюлю с водой. Закладываем туда семена так, чтобы вода накрывала их полностью. Можно бросить душистого или черного перца горошком по желанию. Доводим до кипения и через минуту снимаем с огня. Остужаем семена, берем блендер и смалываем 3 столовые ложки сваренных семян вместе с медом, солью и фруктовым соком. Эту жидкую смесь доливаем к остальным сваренным семенам, отвар семян не сливаем, а так и оставляем. Все перемешиваем и ставим в холодильник на сутки настояться. Теперь эту заправку можно использовать для любых соленых блюд. Французская горчица очень изысканна на вкус, советую попробовать. Вкуснее тем, кто подпишется. Ставим лайк и подписываемся. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Зерна горчицы 100 грамм. Уксус яблочный 50 мл. Сок фруктовый 50 мл, например, яблочный. Мед 3 столовые ложки. Соль 1 щепотка. Количество порций 6-8. Не пропустите самое вкусное. Подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.